четверг в Самарской области облачно, без осадков, станет еще теплее, 25-27, днем, ночью 18-20 выше 0. Ветер западный, северо-западный 2-4, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 27, ночью плюс 20, западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облака, днем плюс 25, ночью плюс 20 градусов, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, плюс 25 в дневное время, ночью плюс 18, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, температура воды в реке Волга 20,8, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.